Спасибо, Мэнстрик. А чем вас не устраивает текущий патриотизм в России? Любят власть, поддерживают их решение о войне в Украине, поддерживают консервативные решения и так далее. Консервативные? Вроде для националистов текущая власть сделала больше, чем советская. Ни в коем случае не согласен с вами. Потому что наша власть антинациональная. Эта власть сделала больше зла для всех русских, чем какая-либо еще. Хотя не знаю, с советской властью совместима ли она или нет. Проблема не в том, что Путин диктатор или тиран. Проблема в том, что он недоделанный тиран. И именно при Путине русские воюют с русскими хотя бы даже на Донбассе. На территории так называемого государства Украины произошел страдальческий, ужасающий конфликт благодаря нашей же власти, в которой русские люди, убивает русских людей по обе стороны баррикад. Если вы называете эту власть русской, если вы называете эту власть пекущейся о заботах националистов, вы ничего не знаете про национализм. Вы нацисты, которые хотят уничтожить русских. Вот нацисты бы по-настоящему радовались тому факту, что русские убивают русских с двух сторон, что русские воюют с русскими и ненавидят русских. Они бы радовались тому, как наша страна погружается в изоляцию международную, отрицая европейский путь, уходя в Азию, подразлагаясь под азиатские режимы и превращаясь в полуавтономную феодальную автократию. Люди, которые ненавидят Россию и не любят русских, были бы счастливы, зная, что диктатор, управляющий этим государством, потерял берега. И метит ядерной пиписькой во все стороны, раскаляя и без того напряженную атмосферу между европейскими державами. Люди, которые ненавидят Россию, были бы счастливы видеть, как продукты из Европы давятся и жгутся на границе с Россией, тем самым еще больше отдаляя ее от европейской цивилизации и вгоняя ее в Азию. Люди, ненавидящие Россию, были бы счастливы видеть Владимира Путина президентом на 2024, 2032 и все остальные годы вплоть до конца времен. Потому что именно в этот момент Россия стала как можно меньшей, как можно более жалкой, как можно более ничтожной страной, не имеющей никакого право голоса в мире, не, не звучащий в мире, не отзывающийся в мире, не имеющий авторитета в мире, кроме авторитета ядерной бомбы и оружия. Огромный Пакистан, снежная Нигерия, заснеженный Иран под снегом Аяталы и православный шариат. Вот люди, которые ненавидят Россию, хотели бы, чтобы эта страна стала такой. Вот то, что они хотят сделать с нами, и то, что они делают с нами, сегодня продолжение. Вот это то, что они делали с нами все время. Так что называть националисту эту власть русской, консервативной, национальной, это называть все равно, что советскую власть демократической. Спасибо большое за вопрос. Просто я не могу терпеть, когда люди, называющие себя националистами, говорят, что Путин хороший правитель. Этот правитель вогнал нас в Азию. Этот правитель сделал с нашей стороной то, до чего не доходила ни одна самая жалкая латиноамериканская диктатура. Страна с ядерным оружием, бывшая мировая держава, просит подачки у зарубежных партнеров, выискивает возможности заключить сделки по Северному потоку, жалко лебезит перед политическими противниками и геополитическими в том числе, вынуждена продавать всяким полуфеодальным шейхам Ближнего Востока, комплекс С-400 и производит только одно оружие, из-за которого и славится, более не из-за чего. Вот это то, чего хотят сделать враги России, сделать нашу страну вечной страной Владимира Путина. Я не хотел бы, чтобы наша страна стала страной Путина. Я бы не хотел, чтобы наша страна стала когда-нибудь страной Путина. Я бы не хотел, чтобы эта страна когда-нибудь увидела рассвет солнца. Спасибо большое. Это был важный вопрос к вопросу о том, что мы будем сейчас обсуждать. Национализм и патриотизм. После 2008 года нас стали прислушиваться по факту. Расскажите моей бабушке это после 2006 года. Вы это, наверное, имеете в виду, когда нас начали после 2008 года выгонять из G8? Вы, наверное, имеете в виду, как после 2014 года нас стали выгонять из ассоциации с НАТО, вы, наверное, имеете в виду отзыв послов из Вашингтона и Москвы, вы, наверное, имеете в виду геополитическое влияние России на Великобританию после отзыва их дипмиссии. Не рассказывайте мне, пожалуйста, того, чего вы хотели бы видеть от Путина и ожидаете от Путина. Путин — это не то, чего вы ждете. Путин — это то, чего вы хотите, чтобы было. Но то, что вы хотите, не произойдет. Это совсем другой человек, имеющий абсолютно иные взгляды на то, как идти России. И эти взгляды не соответствуют никаким национальным ожиданиям. Спасибо большое.